Беспроигрышный конкурс обычно проводят для взрослых. 1 июня в День защиты детей участвовали все. Ярмарка – это прежде всего ассоциация с праздником. И сегодня мы проводим здесь, так как этот праздник посвящен защите детей, именно сладкий праздник, фестиваль меда. Не просто сладкие, полезные призы и подарки получили самые умные, отгадав все ответы на вопросы викторины. Пока маленькие гости отгадывали, взрослые дегустировали мед и ждали розыгрыша основных призов. Анапчане знают, сложилась традиция проводить праздники на ярмарке при ВОЗе накануне основных календарных праздников.